за Путина. Молодец. Молодец. Я и читаю, и смотрю, и все. Просто другого не исполняю. Не исполняет просто его указы. И все. И набивает карман. А как вы относитесь к тем, кто против него? Ну, отрицательно я отношусь. А что с ними надо делать? Ну, у них свои мысли. Сталина надо. И все. Чтобы Сталин разогнал тех, кто против Путина, или как? Я не понял вопроса. Расстрелял. А, чтобы их расстрелять? Да, конечно. Вот миллиард украл, расстрел. А, то есть тех, кто ворует, это те, да, против Путина? Да, однозначно. А кто не исполняет, тот и ворует. А Путин не ворует? Я думаю, нет. А зачем ему это надо? Какая же нужда? Какая нужда, когда у него все? Я наоборот за то, чтобы он пользовался всем, всеми благами. А так какие есть. Как вы думаете, а почему он не разгонит тех, кто ворует? Это уже вопрос на засыпку. Держит, значит? Как держит? Ну, держит, значит, его. Как он может разогнать? Значит, что-то есть. Так что, ну, я лично за Путина, я за Путина. Молодец, он много сделал, хорошо живем, просто вот эти вот, то, что насчет мусора и так далее и тому подобное. А пенсионная реформа? Ну, обман. Обещали, я как понял, 1000 рублей в месяц добавлять будут, добавили 1000, а цены подняли на 2000, это нормально. А повышение цен в магазинах? Ну, вот я об этом и говорю. А повышение коммуналки? Вот я об этом тоже говорю, что так, кругом подняли на 1000, это обман. Так Владимир Владимирович не виноват в этом? Нет, нет. Есть же исполнители, которые не исполняют. Ну, он-то руководит им. Он руководит, но если они исполняют, я говорю, такого закона, чтобы наказывать жестоко всех, пока нету. Так, а что же это за руководитель, который ничего не может? Как это понять? Может. А почему не делает? Пока что у нас хорошая ракета, лишь бы войны не было.